дамы и господа, всем добра и здравия. Вот выезжаем мы в Пензу, Пензенская область, село Лермонтово. У меня ролик по этому музею уже был. Ниже там село Лермонтово. Я не помню, как ролик называется, но что-то типа этого, Тархана или что-то типа того. Тархана же называется, да? Тархана. А? Ну вот, ехать нам показывают 10 часов, 700 километров, ну, пока толкаемся по московским пробкам, и время у нас уже, в принципе, 10 часов дня, можно сказать так. Ну, вечером будем там на месте, и, наверное, завтра покопаем, там еще кое-какие дела поделаем, и поедем на другое место, там с ночевкой будем. Может быть, 1-2 дня, да? Да. Да. Так что всем удачи. Надеюсь, находки будут. Заезжаем в город Тамбов. Как написано? Тамбов основан в 1636 году. Я хочу посмотреть, там пчела, да? Память. Что это? Видишь, нет? Сейчас посмотрим. Да, какая-то вот типа пчелы. У нас через центр повел, да? Там было. Хотя центр назвать частный сектор, да. Разве город? Маршрут перестроен. Да, это все перестроено. Через 200 метров. На месте приехали, сколько мы проехали? 700 километров. Держитесь правой полосы. 700 километров мы проехали от Москвы. Здесь побудем завтра денек. И нам еще надо будет до того места, где мы хотели покопать, километров 200 ехать. Так что вот так вот. Так вот, у нас наступило утро, и выехали мы посмотреть на природу, да, так сказать. Природа здесь шикарная, ну и разведочку небольшую. А туда, куда мы планируем, мы посмотрим, когда поедем, через несколько дней, может быть. Ну, походим здесь, посмотрим. Вот сейчас поедем, там циркушка. Сейчас покажем циркушку. Мы-то не были, мы просто нам пальцы показали на карте. Вот. И поедем просто посмотрим ее. Там она вроде заброшенная, да. Ну и рядом, может быть, поля будет, рядом походим, посмотрим. Вот здесь овраг какой-то, я смотрю, у нас места, наверное, интересные. Посмотрим. Вот смотрите, какая она огромная. Сейчас мы экскурсию небольшую проведем. Да, смотри, прям здоровый храм, да? Это история, да, создана. Даже, наверное, сможем зайти посмотреть. Вот смотрите, такой это огромный храм. Там вот что-то написано, наверное, его история. Вот такие места.
полностью заброшено все. Село большое, видимо, было. Да, ты почитай, что тут. 1701 год, по Челобине Ивана и Андрея Щепотовых была получена земля в Пензенской области. Греческий храм. Да, большой. Это уже музей. Вот смотрите, здесь ступеньки. Так, ладно. Здесь вход есть. Иди фонариком посвети. А, ладно, я сейчас фонарик возьму. Слышишь? Смотри. Заходим. Офигеть. Видно что-нибудь? Ух ты, он туда прям выше. Высоко-высоко видят. Офигеть. Ну и страшно. Мне кажется, тут уже рушится. Ну ты будь там, внизу. Вот здесь отсюда выход. Слушай, ну я здесь не буду, тут дерево выходить. Интересно. Да, тут прикольно. Слышишь? Высоко, да, здесь? Получается, вот на этом балкончике я был, на этом настиле, и вид туда был. Вон еще один вход. А смотри, вон там вход, там подвальная, там вход. Упадет на голову, прошибет. Такой, знаешь, построенный в европейском стиле. Отреставрировать, да? Все, конечно, какой дальний поедет, не будет уже. Отреставрировать. Смотри, там еще несколько входов. Это, наверное, гробница какая-нибудь. Вон, видите, памятник лежит. Так, а как туда спуститься? Не нужно, куда спускаться, пожалуйста. Смотри, тут толки. Да это бог с ним. Памятник чей-то. Непонятно, это за гробница, что ли, какая-то. Тут сколько? 6 входов, вот еще один вход. Туда сейчас залезу, посмотрю.
А вот вход в эту, кстати, гробницу-то. Вот он, вход, да. В 1843 году скончавшийся. Слышишь? Да, вот эта гробница Александровича, что ли, Богданова, родившегося 18 ноября 1808 года, скончавшийся 1843 года, апреля 22 дня. 5 часов и 10 минут по полудню. Вот еще один вход. Пойдем посмотрим. Что ты? Ничего. Попало что-то? Кусочек у нас. Как не обувь. Ну ты аккуратней. Нормально у тебя там все? Да. Трещины здесь на стенах огромные. Красотища, одним словом. Да? Следующий дом старый, 1745 год постройки. Какой год постройки? 1745. Вот, в этом селе, по-моему, один уцелевший домик остался. Вот, получается, храм этот. Банька какая-то. А внизу речка. Красивый вид. Домик заросший и заброшенный. Домик открытый, заброшенный. Видимо, сени. Тут заросли все, вот решили по дорожке пройтись. По дорожке решили пройтись. Приехали мы на другую сторону. А здесь получается какое-то кладбище небольшое. Здесь поле. Здесь поле. А вот здесь мы по вот этому месту походим.
посмотрим. Места красивые. Здесь походим, да? Храм получается с другой стороны водоема. Вон он. Подкова где-то, да, по 16 веку подкова. Слышишь? Подковка по 16. Непонятно, то ли украшение какое-то. Вроде какие-то полосочки есть. Ну да, какие-то полосочки есть. Какие-то полосочки есть, вот он нарезанный. Храм он с той стороны. А, да, смотрите, здесь вот пустотелы. Да, опять по тому же периоду, все подковы где-то же в этом же месте. Вон. Ой, я такие сигналы вообще никакая. Ну, типа какой-то застежки, что ли, что-то такое, непонятно. Ну, водоем-то длинный, да? Так вот, что-то находок нет. Вроде водоем хороший. Холмы хорошие. А находок мы пока не находим.